1855 году в газете «Одесский вестник» появляется объявление об открытии фотоателье Александра Хлопонина. В этом ателье можно было не только запечатлеть себя на памяти, но и взять уроки фотографии на стекле или же на бумаге. Удовольствие было отнюдь не из дешевых. Цена за фотокарточку стоила от 5 до 15 рублей. Как вы понимаете, не каждый мог позволить себе такую роскошь, и поэтому основной аудиторией были богатые и знатные семьи, такие как Попудовы, Гагарины, Толстые и многие другие. В 1872 году Хлопонин вовсю занимается строительством здания, которое вы сейчас видите за моей спиной. И с этого момента адрес фотоателье не меняется на протяжении 20 лет. Часть помещений Хлопонин сдавал в аренду, и одним из арендаторов был отец знаменитого художника Поля Леруа. Семья переехала из Парижа в Одессу, когда мальчику было всего 4 года. Здесь он учился в художественном училище, и сейчас его картина «Аман и Мордехай» находится в Музее восточного и западного искусства. Это был подарок городу от самого художника в память о его умершей матери и в память о еврейских погромах, которые, к сожалению, коснулись и Одессы.